Всем привет, ребята! И сегодня посмотрю именно этот трейлер. Он классный очень. Давайте сейчас мы посмотрим его. А потом я буду уже разбирать его с вами. Типа, что я там могу увидеть. Ну, начинаем. Кстати, ребята, вот эти названия, вот эти, типа, вот то, что я хочу вам сказать, вот это написано, типа, на английском. В следующем видео я переведу их и покажу фотки этих, переведенных слов. Какое тут качество стоит? Ничего, ребят. Ну ладно, ребятки, начнем теперь по разбору. Вот мы видим такой коридор, где есть дверь. Все красное такое, тусклое. Что-то. Потом мы входим, и красный свет. Потом мы просыпаемся в комнате, где именно есть. Где именно мы видим из плеймаркета комнату. Да. И тут три куклы. И что-то зеленое, блин, светится вот тут. И мы замечаем, что с нами еще одно дитя тут. Но еще, может, девочка с нами. Именно вот тут. То мы встаем. И мы, видимо, слышим звук тех, кто-то к нам сюда заходит. Мы именно спрятались, чтобы именно под стол. И потом она случайно зашумела. Один из слепых вот этих монстров, я понял. Ну, и помните, посередине вот тот главный монстр, а потом где-то вправо вот тот именно слепой есть. Да, вот этот слепой, видимо, они на нас могут только... Они нас не видят, но могут нас слышать, видимо. И он услышал, и уже где-то есть, и он забрал ее, именно утащил. Потом мы встаем и идем. Потом мы тут видим такой коридорчик, где вот тут типа, ну, касса, типа, и тут клетка. И кто? Ну, это очень похоже, и, скорее всего, это и есть тот монстр. Да. Где именно посередине. Типа самое главное. Видимо, это она только. Потом мы слышим. Потом мы видим одного из слепого монстра, скорее всего. Вот смотрите, кто это. Это она. Получеловек или женщина. Ну, получеловек, полумонстр или женщина.
потом он, конечно, не мы тихонько были, так что он нас не услышал и прошел в кассу туда. Ну, все такое большое, мы такие, как муравьи, просто большие. Потом мы видим какой-то, тут такие уровни, кошмарные уровни, может, какие-то такие уровни, где что-то улучшают. Монетка, монетки, сундук. Потом мы, когда какой-то опыт будем добиваться, и, видимо, можем добиться нового персонажа. Да, персонажа девушки, можем за нее играть на 60 уровне. На 100 уровне мы получаем горстку монет. На 150 мы получаем тоже горстку монет. Потом мы на 250 уровне получаем кристалл, и потом сундучок на 300 уровне. И потом мы на 350 получаем девочку такую классненькую в одежде. Потом мы получаем много монеточек на 400 уровне. Потом мы получаем на 450 уровне кристаллы, и на 500 тоже кристаллы. Потом на 550 сундучок уже, тоже другой. Потом мы нового персонажа на 600 уровне получаем. И потом в 652-м, 50-м получаем именно кристаллы. Потом на 70-м мы получаем много монеток. Потом на 750-м кристаллы. И потом большой сундук на 800-м уровне. Потом мы потом на 850 уровне мы видим, скорее всего, какой персонажа, видимо, играем за куклу. А потом тут написано очень скоро. Потом ты вот это 1000 уровень. Да. Потом мы видим какие-то здания, потом лабиринт. Тут, конечно, дети прячутся от того монстра слепого. Да. И они прячутся, типа притвориться. Ну да, видимо, тут еще такие уровни будут, что улучшение нашего персонажа, и что, видимо, за кристаллы можно что-то покупать, может, какой-то скин тоже. Хотя вряд ли я ни до чего. Ну, за монеты мы покупаем, или просто получить скин где-то. Ну, где-то так, но мы сыграем. Ну ладно, будем заканчивать с вами был Димон Про. Пока-пока.